eGaming Bets. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Dota 2 и Hearthstone, Counter-Strike и StarCraft, World of Tanks и League of Legends. EGB.com. Ты точно знаешь, кто победит. Есть лишние скины? Хочешь выиграть реально крутые вещи? Заходи на ksgofast.ru. Делай свои ставки и выигрывай реально крутые скины. ksgofast.ru. Проверь свою удачу. Доброе утро, дорогие друзья! На связи студия StarLadder TV, Кван и Гомер. Да, здравствуйте, дорогие друзья! Вот у нас уже скоро, совсем скоро определится последний участник Кван-финалов. И в честь этого мы здесь собрали в столь ранний час и будем для вас освещать китайский дивизион. Ребята проводят целые ланы, чтобы вы понимали, за этот последний слот. Да, осталось 8 сильнейших представителей китайского, ну, азиатского, но, как мы видим, все команды из Китая, поэтому можно сказать, китайского региона. И я думаю, уже ближе к воскресенью мы узнаем, кто же поедет на финал. Есть фавориты, есть аутсайдеры, 8 команд, Double Illumination и огромное количество матчей. Верхняя, нижняя сетка, 8 команд. Друзья, матчей будет очень много на протяжении 4 дней, я так понимаю, мы будем все тут с вами следить, переживать. Вот царь сетка. 8 команд, это очень много, мы с вами привыкли, 4 команды Double все же видеть, наверное, на экранах. Тут у нас действительно уйма поединков, и сегодня, как вы, наверное, догадались, 4 BO3, весь первый тур, никто не вылетает, сильнейшие проходят немного дальше, слабейшие падают в лузера. Так что, вот такой разминочный день, посмотреть, кто в какой форме на LAN-финалах, кто на что претендует. Интересно будет наблюдать, на ланах мы еще китайцев не видели. Первая пара, это у нас Cyber Zen и Dictionary, тут, мне кажется, есть явный фаворит, по мнению большинства, так точно. По версии WBO фаворитами являются Cyber Zen. Опять-таки, скорее всего, я бы поставил именно на финал Cyber Zen Тайлу, хотя, возможно, еще какие-нибудь All Gamers или GoEli ворвутся, посмотрим. Может, да, кто-нибудь еще там, Born of Fire, из тех, кто играл неплохо, смогут продемонстрировать нам хорошую, уверенную игру на ланах и ворвутся в борьбу за последний слот. Хотя Тайлу они были фаворитами изначально, и они также остаются ими, поскольку буквально бронепоездом пока что сквозь всех своих оппонентов проходят. Посмотрим, что сегодня покажут Cyber Zen и Dictionary. Да, это опять-таки LAN-финалы. Скорее всего, у большинства команд и игроков опыта не так уж и много именно LAN-соревнований. И уже по ходу турнира будут действительно появляться, возможно, какие-то сюрпризики, какие-то победы на волюшке и так далее. У нас небольшие проблемы с GoTV, китайские админы сегодня уже нас порадовали в кавычках, задержка практически в 1.5 часа первого матча, проблемы с коннектом для европейского региона, то есть для нас с вами, я вам могу сказать, что счет уже 4-0, судя по трансляции от наших китайских товарищей. В пользу Cyber Zen, если кто, конечно, не догадался. Кстати, по картам, на самом деле, все плюс-минус стандартно, разве что первая карта откровенно порадовала, это Cobblestone. Кланам уже готовятся, опять-таки, у нас все попривычнее видеть Cobble, поэтому китайцы решили попрактиковаться. Да, вторая карта будет уже у нас Inferno, это пик команды Cyber Zen как раз, и третья десайдером выступит, уже традиционный, любимый Китаем Кэш. Навряд ли дойдет дело до кэша, что-то я пока смотрю, небольшой рестримчик китайцев, тут уже 5-0, киберзены на чужом пике, тащат очень бодренько, дикшенери выглядят, даже судя по камерам, немного расстроены, уже лица потирают, разминаются, и так далее, то есть чувствуется уже хоть какая-то атмосфера лана, наконец-то у нас...
Ну, пока еще не у нас, но в эфире. Ну, хоть где-то да есть. Но, тем не менее, здорово. Мне кажется, здорово, что ребята так серьезно относятся к своему единственному слоту. И это такие уланы проводят мощные. Ну, и расписание на ваших экранах. Первый матч опоздал, но, может, во второй, в принципе, он начинается поздно. Еще успеем ворваться. Если CyberZen, ну, совсем разгонятся не на шутку и уничтожат своих оппонентов. Да, китайцы, как мы видим, заложили немного больше времени, чем обычно. То есть мы привыкли на BO3 видеть все же 2 часа, наверное, в расписании. Тут чуть-чуть побольше, 2,5. Но мы видим, пока что это оправдано. Задержка была, не знаю, с чем связана, но, тем не менее, весьма продолжительная. Такие вот расклады пока что. По счету у нас уже 6-0. Там китайские режиссеры мастерство просто нам показывают. Сейчас я смотрю, там 3 экрана одновременно что-то вообще выдумывают. Крышесносно на самом деле. Эти парни, ну и вот... При переключении там у каждого, по-моему, разное разрешение КС, еще-то как-то все цвета меняются. Ну, в общем, на ходу уже, я думаю, донастроят, откалибруют до совершенства трансляцию. Ну, по крайней мере, уже нет пацанов с одним микрофоном и в кожаных куртках. Это уже плюс. Да, уже выглядит более солидно, серьезно. Нам тут подсказывают, что мы ворвемся, как только будет эта возможность, потому что GoTV вроде бы работала, а потом приказала долго жить. Мы уже запустили рекламу, уже были в полной боевой готовности комментировать карту Cobblestone, но, к сожалению, технические трудности вновь нас с вами постигли. Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся на карту Cobblestone. И, как мы видим, у нас на экранах рестримчик. Все же не смогли мы подключиться к трансляции по GoTV, но, тем не менее, вот хотя бы так, но насладимся матчем CyberZen Dictionary, Кван, Гомер и студия StarLadder 5. Ну, чудеса какие-то у нас китайских серверов, постоянно с ними какие-то трудности, и вот приходится рекастить, поэтому не удивляйтесь иероглифам, которые временами выскакивают. То там, то тут, будем с этим как-то, ну, я не знаю, смиряться. Пока что 12-0, и мне кажется, это даже более чем прогнозируемо. Я ожидал, что хоть что-то будет, поскольку второй этап уже думали, будет что-нибудь интересное. Ох, какие пролетики у нас. Ручками контролируют камеру все еще китайцы. Ну, мы сможем насладиться и 3 камерами одновременно, и лицами игроков, и, в принципе, всем богатством финала, который приготовили для нас iLeague. Именно они проводят со своей стороны это чемпионат и определяет лучшую команду азиатского региона. Ну и также из-за плеера, судя по всему, немного может трястись что-то, какие-то части трансляции. Не обращайте на это внимания. А вот у нас, кстати, CyberZen на экранах. В фирменных футболках, сделанных просто высочайшего класса. И вот они, знаменитые 3 экрана, о которых мы так много говорили. Теперь вы видите их сами воочию, что называется. Но это фишечка. Т, КТ и карта сверху. При этом левый нижний просто пустой рез показывает. Парень просто отошел, который отвечает за этот экран, не знаю. Ну, тут, в принципе, все довольно очевидно. 13-0, CyberZen на пике соперников. Непонятно вообще, зачем брали Cobblestone Dictionary. Ничегошеньки не получается. И, ну, разрыв, как мы видим, в уровне команд сохранился даже на LAN-финалах. Ну, будем надеяться, что ближе, уже к концу этой стадии, мы увидим что-то равносильное. Ну, откровенно говоря, счет 13-0, это вообще не здорово. Хотя вот, наконец-то, Dictionary ждали, пока мы приконнектимся и размочили. Ну, это как Na'Vi сейчас. 13-2 и CyberZen проигрывает. Вот это было бы здорово. А вот она, команда Dictionary. Модные кепки, зеленые наушники и вера в победу сейчас у этой команды. У них, кстати, была небольшая пауза тактическая, по-моему, 2 раунда назад. Возможно, вот они на ней как раз-таки и придумали какой-то рабочий выход. Но не поздно ли они это решили придумать, так как отпустили 13 раундов в дефе. Для CyberZen это более чем достаточно, чтобы потом добрать оставшихся всего-то 3 раунда в атаке. Ну, мы видим 2 плетки победы, 2 скарчика, абсолютно расслабленная, уверенная игра от команды CyberZen. Ну и вот почему-то один за другим в яму так выходят и выходят террористы, уже зная, что там работает плетка.
Пока что ситуация 4 в 3 в большинстве CyberZen. И попытка выхода под B-Plan. Там есть TBX вместе со своей замечательной плеточкой. UKX Demaster тоже подключается. Ну, это должен быть Ace, судя по всему. Ну что же, будет ли Супермейстер? Нет. Не дали сделать пятый минус. И, как мы видим, в итоге статистика на экранах 14-1. Кто-то ушел уже. Просто сказал, ребята. Это ГГ. Ой-ой-ой. Выскочил у меня чат, надо его убрать. Какая кнопочка, Кван? Ты разбираешься вот в китайском языке. Вот это вот, да. Опа, мы уже освоили китайский плеер, так что волшебные иероглифы чата на весь экран больше нас не преследуют. И это, я думаю, неплохо. Там потому что, да, временами, друзья, если вы еще не знакомы с этим отличным плеером, ну, половина экрана точно во всяких непонятных иероглифах, цифрах, несуразных словах и так далее. Ну и вот, игроки, напряженные на ваших экранах, сосредоточенные, размышляющие о второй половине, которая, скорее всего, закончится очень быстро. Да, ну кто напряжен, кто смеется, как мы видим, CyberZen, наверное, довольны таким стартом. Кто-то зевает. Год, что ты зеваешь? У тебя вечер, дружище. Да у нас хватит тут спать. Утреннее шоу с КС-кой. Интересно, что хочется отметить, то какие наушники. Мне как-то бросилось в глаза, играют с капельками. Обычно профессиональные игроки на европейской, американской сцене используют не только капельки, но и вертолетки еще поверх. Ну, видимо, организаторы просто не внесли это в какой-то обязательный регламент. Мы видим вот дикшенери в обычных наушниках. У кого какие, вон и Sennheiser, и Razer, ну, в общем, кто во что гораст, все со своими, все действительно без какой-то супер звукоизоляции, как я вижу, в куртках что-то сидят, ну, такие пацаны с метро вышли, сели покатать именно КСик, и вот такой у нас стартланд финала, что-то китайский гейб уже приуныл, я вижу, в центральном кресле. Такой, эй, пацаны, что тут? Кто не тащит? Где мой револьвер? Ну вот, сейчас нам показывают комментаторов. Но это не мы. Это не мы. Вот мы, дорогие друзья, да, но... Ну, нужен что... зеленый пиджак, я думаю, нам. Нужен, по-любому нужен. Синхронизироваться с китайской трансляцией. Опять-таки, у них действительно наметился рост, по крайней мере, в плане эфира. Если мы вспомним начало сезона, там просто что-то невероятное, какие-то рандомные типы, что-то вообще это было на уровне 2000-х годов, наверное. То сейчас, ближе к лан-финалам, смотрится уже более-менее хорошо. Ну, по крайней мере, ощущается рост, и это радует. Может, там за пару сезонов ребята вполне себе займут полноценную нишу в киберспорте с точки зрения Counter-Strike, как дисциплины. Ну, в Китае у них, я так понимаю, особой конкуренции не будет, если они вот такие могут проводить ланы на 8 команд. Ну, а тем временем, что происходит? Происходит то, что буквально не просели по ХП практически игроки Dictionary. А, нам не поменяли еще и команды. На самом деле это были CyberZen, дорогие друзья. Гомер, спокойненько. 15-1 в пользу Dictionary. 15-1 Dictionary. Все, расходимся, дорогие друзья. Я уже машинально вам это произнес. Но это утреннее залипание. Опять-таки, админы задержали старт матча. Мы уже были в полной боевой готовности в 8 по московскому времени залетать в эфир, но пришлось еще час тут куковать, смотреть на заставку. Из-за этого действительно боевой темп чуть-чуть сбился. Но походу это 16-1. Ну, вообще, изи. Первая карта, пик Dictionary как раз, ну, без шансов для них. Ну, только моральная поддержка на GoTV у них сейчас. 15-1 в нашу, пацаны, в нашу пользу. Уже можем. Нет, причем. А я тут смотрю, они еще между экранами как-то скачут. Там разрешение туда-сюда немного подпрыгивает. Интересно. Ну, конфиги просто надо одинаковые поставить, и я думаю, все будет хорошо. Ух уж этот Китай. Мор, врыв, есть первый минус, надо забрать еще там двоих. Там уже ГГ все написали. Мор сможет, ножом идет, смотри, какой дерзкий парень. Ну вот, что же. Ну, Китай. Замечательное начало лан-финалов на 8 команд, сетка дабл, ну и, по-моему, Dictionary готовится потихонечку отыгрывать уже в лузерах. Ну а фавориты в лице CyberZen лишний раз доказали, что и на лан-финалах играют не хуже, чем дома. Ну, у нас совсем скоро начнется вторая карта, это кэш. Я думаю, не будет большой паузы, так как и так есть задержка, поэтому ворвемся мы на нее совсем скоро.